Международная команда археологов обнаружила подземные структуры в непосредственной близости от Великих пирамид Гизы. Раньше их не замечали, но теперь георадары позволяют оценить масштаб тоннелей, которые только предстоит изучать. По словам исследователей, L-образная структура спрятана на глубине 2 метра к югу от пирамид. Ее вход специально засыпан песком и замурован. Предположительно, объект был лишь входным комплексом в тоннели, уходящие под землю на десятки метров. Размеры только входной группы составляют 10 на 20 метров. Нетронутая площадка стоит в непосредственной близости от уже изученных гробниц, создается впечатление, что эти тоннели не трогали по негласному распоряжению. Георадар показал, что под L-образной структурой находится еще одна камера. Здесь же расположен объект, который на данный момент археологи уклончиво обозначают аномалией, без разъяснения причин. Мы пока не понимаем, как глубоко уходят тоннели. Возможно, это еще одна гробница, где могут храниться ценный артефакт, считают авторы открытия. Исследователи подали уже несколько запросов на проведение раскопок. Пока все они отклонены археологическим советом Египта. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.